Смертельным ДТП закончилась полицейская погоня в Ставрополе. Водитель Нивы проигнорировал приказ патрульных остановиться и начал уходить от преследования. В машине находились 4 человека. Нарушитель не обращал никакого внимания на сигналы светофоров и в результате смял бок маршрутного микроавтобуса, случайно выехавшего ему наперерез. От чудовищного удара оба автомобиля перевернулись. 2 человека из тех, кто сидел в Ниве, погибли на месте. Еще нескольких, в том числе пассажиров маршрутки, увезли в реанимацию. Сейчас полицейские занимаются расследованием обстоятельств инцидента.